красоту, что дает нам природа, отстреляя солдаты в огне. Майский день 45-го года стал последней точкой войны. За все, что есть у нас сейчас, за каждый наш и свои вытяз. За то, что солнце светит нам. Спасибо доблестным солдатам, нашим дедам и отцам. Недаром сегодня салюты звучат. Честь нашей отчизны, честь наших солдат. Ура!